Вкуснотень. Господи, блин, мне кажется, еда стала детализированнее. Теперь ее хочется съесть еще больше. Срань. Моргана и рыба. Картина масла. Окей. Сасуга Андону но эранда мисе. Эх. Как и ожидалось, Андано выбрала замечательное местечко. Соря сода йо. Юмена хотель да йо. Ну, конечно. Это очень знаменитый отель. Соеба, кстати говоря, полиция начала приходить в школу и задавать вопросы. Это проблема может стать. Совершенно точно мое имя находится в их списке, в конце концов. Очень много слухов о моих проблемах с Камашидой. Но многие люди в школе, похоже, действительно рады и говорят, что что-то типа из разряда. Эти воры действительно украли его сердце. Очень тяжело в это поверить, но похоже, многие люди благодарны за то, что мы сделали. Посмотрите. Канал для просьб. Фантомным вором. Ну, ребят. Понятно, наконец-то появился этот сайт. Кайто йоку ятта. Фантомные воры хорошо справились. Коре де ватаси мо ганбареру. Юки о курете аригато. Думаю, я тоже постараюсь. Спасибо за то, что дали мне смелость. Чё-то урешку, не? Разве это не радует, э? Имамаде зибун но кото де сэйппай датта кэдо, конна фу ни ивареру то, нанка фусиги. Ну... То, что у нас получилось все до сих пор, это было здорово. Но, блин, то, что мы действительно можем, мы действительно вдохновляем кого-то, как я и, ну, надеялась в глубине души, действительно заставляет чувствовать себя как-то, ну, странно, что ли. Так что у вас там в чате? Crazy, crazy day. Окей, сайт с порнушкой, сан. Есть такой, я могу дать. Да, я на. А то. На, корекара досре. Ну, кстати. А что дальше-то будем делать? А что у нас вообще со временем? Закончим есть? Че? О, срань, блин, забыл, у нас же только час. Еще 50 минут. Да в таком месте. Нужно спешить, короче. Так. У нас меню со сладостями. Так, мы должны съесть все тут. Пригляди за нашими вещами.
Мы тебе принесем пожрать. Давай, Илья. О, блин, прямо тает во рту. Сволочи, я тоже жрать хочу. Где ты что ел? Ты только мясо жрешь. Эх, что же взять дальше? Ты только тортики и жрешь. Счастье. В тон за? Не потолстеешь? Пошел ты. Хоть знаешь, сколько один из этих тортиков стоит, а? Если мы их сегодня не съедим, то вряд ли когда-нибудь еще сможем себе позволить. Окей. Куртон но буфе кейки. Я только слухи слышала об этом. Ну, а чё насчёт нас? О, господи. Ну, я не знал, что взять, так что... Я взял вам фасоль. Фасоль? Их было несколько типов, так что мы взяли всего понемногу. Вот тут как бы жареные бананы... Пидан, я не знаю, что это... И бобы. Фу, бобы, фасоль. Я знаю, что это похоже на какую-то срань, но оно точно съедобное. Сука. Эта фраза просто огонь. Отвратительно. Даже... Гордон, приятного аппетита. Ладно. Отвратительно. Пошли, Валер. То, что выбрали эти двое... Это не для таких знаменитостей, как мы. Оставь это на меня. Есть советы? Знаменитости? Что, опять фасоль? Элипоид, он человек, а не животное. Некон джанай. На тебя можно положиться. В этот раз вы тут приглядывайте за нашими вещами, а мы сейчас вернемся. Это мясо такое сочное, что просто не могу. Этот кремовый сыр. Чизкейк, скорее. Точнее, этот кремовый чизкейк. Я даже нифига не понял, что вы тут сказали набитыми ртами. Неудивительно. Как и ожидалось от буфета в первоклассном отеле. Столько вкусной еды и всего лишь за 8000 йен за ланч, за обед. Причем за час, насколько мы знаем.
Так, ну тут много, конечно, что есть. Но сперва рыба. Так, надо достать эту рыбу. Так, надо достать блюдо с рыбами. Интересно, на каком же столе? Так. Привет, Мор. Ну чё, ребят, хорошо сидим, да? Так. Нет, это не мясо. Так, не то. Тоже не то. Так. Вот. Сакана... Рёкутуа. Сакана рёкутуа. Рыбные блюда. О, нашли. Рыбные блюда. Ох, рыба, сашими. На гриле она тоже хороша. Кстати, мне кажется, или эти диалоги тоже в оригинале не были озвучены? Кстати, а вы видели эти ужасные новости про Камашиду? Учитель, что сексуально домогался своих учениц, ну, в старшей школе Шюджин он был, да? Этот разговор, неужели? А ты слышала про происшествие? Ну, то, что люди с ума сходят внезапно. Еще никто не понимает, что происходит. Ну и ужасные вульгарные преступления. О, господи, ну какое время мы живем-то, а? Да уж. Эта страна уже не такая же спокойная, как раньше. Мне действительно очень жаль тех учеников. Случай с Камашида. Многие люди обсуждают это. Так. Да, я даже помню, как ты жаловался. Ага, ну да. Нет, тут реально куча диалогов. Какое чувство, как будто они не были озвучены в оригинале. Вот этот момент еще на станции, когда встречаемся с персонажами, они там озвучены. Ну, хорошо. Ну, скорее всего, эти 40% нового контента, 20 из них это новая озвучка. Ну да ладно. Хотя нет, стоп, это старый, но переделанный, так что нет. Ладно, вернемся. Случай с Камашида много людей обсуждает. А чего? Срань, привлекли внимание. Давай быстро закончим. Бери еду и погнали. Что этот ребенок тут делает? Если ты тут со своими друзьями, то я... то я прошу вас не шумить. Ладно, пошли. Да что тут такого, блин, что дети ходят в буфет, а? Все охренели. Ладно, забудь и не беспокойся ты о такой реакции по отношению к себе. Пошли, возьмем больше пожрать. Интересно, если подойти к другим столам, где есть люди. Может, еще что-нибудь интересное услышим? Так.
Погнали, возьмем мясцо. Ну, так. Только подслушать можно. Ладно. А, ну все. Сергей, да, так, немного. Жить можно. Не проблема. Так, будет проблематично, если нас заметят, что мы подслушаем. Давай сделаем вид, что мы там с блюдами возимся. И просто подслушаем в процессе. Посмотри, ну, там рис недалеко как раз. А? Эй, слышь, мясо, нет, нельзя? О, мясо! Рюджи-сяне, кедо, корева хадзусене! Ух, мясо! Рюджи же только что хвастался насчет того, насколько оно замечательно. Джаннаката. А нет, стоп. Штава агете миреба. Мото спортсэнши но канчигай тэ очидай на. Открыть. Да уж, сейчас только разговоры про этого бывшего спортсмена. Отонашку, Камошида-сенсей о яттеря ёкатта но нина. Я думал его взять к себе когда-то. Хорошо, что этого Камошида-сенсей я все-таки не взял в свое время. Но сейчас действительно попал. Само-само бага-бага-ши ханаши деш. Ой. Да я... Проект. Вообще это дело на самом деле какое-то странное. Вообще, все эти разговоры, какие-то глупости, мне кажется, на самом деле. Да уж. Ну, я думаю, скоро все это утихнет. Это всего лишь бред какой-то. Хм, и что же это значит? Они были заинтересованы Камошидой когда-то, что ли? Ну ладно, не важно. Чего? О, срань! Бери еду, еду и валим. Абрами, скинай туда. Жирная. Пожирнее. В любом случае, скоро сенсей должен прибыть. Так что мне нужно идти. Ну, как я понял, у тебя какая-то там важная консультация с ним, да? Ну, это очевидно, важнее, чем все эта еда. Минари ва кичинто штеру га, гара но варуй ренчу датта зе. Да уж. Ну, несмотря на то, как эти ребята были одеты, исходя из того, что они говорили, что-то они мне не особо нравятся. Ну, в любом случае, не беспокойся о реакции других людей на тебя. Давай, пока берем еду, подслушивать дальнейшие разговоры. Опа, рис, точно. Без него нельзя. Стоп, нет. Сонна-ни-счорицу-йокаттан-деска?
Неужели столько зрителей? Ничего себе! Да уж. Эти новости про учителя, который трогал своих учениц в старшей школе. Его Камашита звали вроде бы, нет? Ну да, дело говоришь. Это была хорошая возможность использовать популярность другого для того, чтобы самим подняться. Мы старались изо всех сил сделать так, чтобы тупая публика видела это как действительно очень шокирующую новость. И тем самым поднять кучу разговоров и рейтингов для нас. Это все из-за Камашиды. Кое-кто пытался совершить самоубийство, ублюдки. Кстати говоря, а эти разговоры насчет изменения, это из-за того... Нет. Кстати говоря, эти разговоры про то, что его сердце изменилось, это правда? Ну, это... Бери еду быстро. И не забудь. Вот ту хрень. Типа у него изменилось сердце, говорят, и типа он признался во всем плохом из-за этого. Бога, ну даже не знаю. В любом случае, мне нужно идти, времени мало. Тогда встреча закончится, я свяжусь с тобой. Да уж, внезапно его сердце изменилось, да? Да уж. И в каком смысле они это вообще восприняли? Интересно, что другие думают и говорят. Ладно, давай послушаем, пока берем еду. Окей. Ух, посмотри на это. Они такие большие. Это прямо гигантские... Гигантские торты, что ли? А нет, не то. В любом случае, это уже распространилось повсюду в интернете. Ну, насчет Камашида, то, что его типа какие-то герои нового поколения его завалили, что-то подобное. С моей стороны, это все кажется детскими шутками и игрушками. Действительно. Ну, в любом случае, мы должны просто делать то, что нам говорят сверху. Этот слух вообще исходит от каких-то учеников изначально. Так что таким слухам верить нельзя просто. Ура!
Да, похоже, в существование самих фантомных воров особо и не верят. Но просто просто делают то, что им приказывают свыше. Вот если бы они увидели этих людей перед собой. Ну, типа, потом и воров. Чего? Очень срань. Берем еду. Тогда больше крема. В чем дело? Да не знаю, какой-то засранец смотрит на нас. В любом случае, пошли, у нас встреча. Не мог поверить, что он так тебя обозвал, находясь рядом прямо с тобой. Вот ублюдки. Так, ну похоже, нам некого больше послушать. Но тем не менее. Среди всех этих взрослых людей, что мы тут послушали сегодня, многие из них просто плохие люди. Ну, ладно. Думаю, что мы достаточно наслушались. Для большинства из них новость насчет Камашида не имеет большого значения. Ну, в любом случае, мы взяли очень много еды, так что погнали обратно к остальным. Так. О, лёри, моттекита митай да на. О, вижу, вы очень много еды взяли. Ну, ну как? Что вы думаете о всей этой первоклассной еде? Я счастлив. Все, это надо сожрать. Я что-то не очень голоден. В смысле без еды? Нет, смотри, видишь маленькую тарелку. Господи, я же. Несмотря на то, что я пару часов, два часа назад ел, я хочу еще. Так. Ну, я рад, я счастлив. А ты не слишком перебарщиваешь, наверное. Это все довольно миленькое. Говорит это нам Рюджи, который только что издевался над нами. Кстати, Мона. А ты не лопнешь, поедая столько? Кто знает, когда придем в следующий раз. Тека, моттеки суги даю. Нокоштара гёги варуиши. Ой, а я что-то слишком много взяла. И теперь очень многое осталось. Рюзи, тецудатте агереба? Рюджи, помочь не хочешь? Да я наелся, я уже не могу. Ну, во мне тоже больше не лезет.
ちゃ食ってんじゃん。Ну конечно, сожрала куча тортиков. こうなったら一気に片付けるぞ。Ну ладно, надо об этом все-таки позаботиться. Валера, Мона. Вроде бы еды на тарелках меньше не стало. Мада анну каю. Еще так много осталось. Не сдавайтесь, вперед! Ух, наелся. Живот начал болеть. Это было тяжелой битвой. Да фигня. Да фигня, мы выиграли зато. Да, тяжелая битва. Победа или поражение, что важнее? О, господи. Элипоид, ни за что не играй просто Persona 3. Обязательно FES или портативная. Но портативная в плане геймплея лучше. Но в плане графона FES лучше. Ну да, это была тяжелая битва. Так, стоп, я правильно понял? Из-за того, что мы были вместе, мы смогли выиграть. Ну, вы все хорошо постарались. А не хотите что-нибудь еще съесть, так сказать, более расслабляющего? Я рекомендую торты с грейпфрутом. Они как бы замечательные. Хватит, не говори больше еды, а то я сейчас блевану. О, срань. Мне в туалет надо. И мне. Пожалуйста, доведи меня до него. Только посмотри, он за тем столиком. Да не нужно так смотреть на них. Эти дети, наверное, никогда не ели таких вкусных блюд. Хотела бы я посмотреть на лицо их родителей теперь. Ах ты... О, господи, сейчас не до этого. Пошли уже. Не только Казима умеет в эти темы. А Атлус может это сделать изящнее. О, господи, я слишком нажрался. Ресторан, но кайно тойре, сейсочи де мажи асетта. Да уж, туалет... Туалет был таким чистым. Да и... Я так спешил. Хакума де кутте гогоште. Хонто ни хак тока. Бака нано ка? Я знаю, что есть дебилы, которые жрут, пока не блюют. Но ты, похоже, оказался один из оказался один из этих дебилов, которые действительно блеванули. Тебя тоже вырвало. Так, на каком этаже ресторан?
Ну, мы типа пошли наверх, так что он на нижнем этаже, наверное. Вы еще не поняли, что здесь происходит, что ли? Да. Назе сокумаде гошюшинде. Шоужики, кини сарэру ходо но кото дева. Вы все еще беспокоитесь из-за того случая? Честно говоря, я думаю, вам не стоит вообще даже думать об этом больше. Я не спрашивал твоего мнения. Если я сказал поспешить, значит поспеши. Некомпетентность. Эй, вы что творите? Че вы встряли? Что ты хочешь сказать? Ну, мы первые как бы пришли. Ничего. Извини, Серёджа. Мы спешим. А с чего это нам должна с чего это нас должна беспокоить ваша спешка? Да, похоже, что тут персонал изменился. Они что, теперь и детей тут пускают? Сенсей, ну, сенсей, время. Понял. Не шути. Так. Не шути с нами. Можно и так. Не беспокой нас. Не шути с нами. Этот голос. Да что с этим блюдком его свитой? Они вниз пошли. Знай. Как же эти ублюдки бесят. Смотрят на нас сверху вниз. Им они себя возомнили. Слышь, ты чё на всё прямо бесишься? Ну, нормально. Я просто ненавижу этих сраных взрослых. Голос этого человека очень схож с голосом человека, который был в ту ночь. Ну что такое? Ты в порядке? В порядке. Голова закружилась. Да не волнуйся. Точно? Ужасно выглядишь. Может, из-за того, что он впервые попробовал вкусную еду? Я вообще как будто всю жизнь кошачью еду только ел. Что они имели в виду, называв его сенсея? Дерьмо. Опаздывайте. Или долго? Чё ты злишься? Извините, просто одна старуха тут наехала. Она столкнулась со мной и обронила все тарелки, и потом начала винить меня во всем.
すぎんだろ。ну и дерьмо。大丈夫。ну все в порядке。でもさ、お店の人が私を見て、ああみたいな顔してたのがさ。Однако человек, что тут работает, посмотрел на меня с таким лицом и типа вздохнул. В конце концов, я действительно чувствую тут не своей тарелки. Это не так. Может быть. У нас всегда так. На, Моргана. Эй, Моргана. Нанда? Чего? Парес, ты дардема арундаяна. Говорил, что у всех может быть дворец. Юганда цьёй ёкубо мота яцнара на. Да, если у них есть действительно очень сильное искаженное желание. Отакара тореба кайшин сыру тэ номо ка? Извращенные, искаженные. Если украдем их сердца, они изменятся. Сонару на. Ну да. Дошта но кюни. Чего это ты спрашиваешь? Сакки, орера ма аттан да. Мигатте де, хито но кото микудаште кюру ксо на отона. Да, мы просто только что столкнулись с одним ублюдком. Который смотрел нас сверху вниз. Королем все тут возомнил. Ну и вот подумал, может, похитим его сокровище. Мы изменим его сердце. Хочешь продолжать с фантомными ворами? Ну я тут думал. Даже если мы смогли изменить Камашида, украв его сердце, все равно многие люди не верят в воров. Но тем не менее, были некоторые, которые поверили и были нам действительно очень благодарны. Ты имеешь в виду канал Фантомных Воров? Нас признали. Точнее, хочешь, чтобы... Хочешь признания? Кажется, действительно может, могут быть куча других жертв, людей, которые страдают, как мы. Хочешь помочь им? Я тоже так думаю. Если я буду просто... смотреть в сторону от неприятностей, когда я их могу решить. Я ничем не отличаюсь, не буду отличиться от той, которая была раньше. Ну да, есть что-то в этом. Ну тогда я вас, ребят, буду тренировать. Нет ничего, что мы, фантомные воры, не сможем сделать. Если мы будем фантомными ворами, сможем помогать им. Окей. Я никогда не себе не представлял такого.
Это верно. Поскольку у нас есть данная сила, мы действительно можем помочь многим людям. Да, но... Нам придется снова с тенями сражаться. Да, без этого никуда. Но мы можем это сделать. Но. Не? Да, я не против. Я действительно хочу помогать другим. Если все за, то я тоже. Ну что ж, тогда можно сказать, мы наконец-то стали настоящей командой, настоящими фантомными ворами, хоть и новичками. Новички, да уж, это действительно мы. Хорошо, тогда решено. Мы покажем этим сраным взрослым. Они нас увидят, кто мы такие. Мы покажем всему миру. Ты не против быть лидером типа у нас? Ну, конечно. Почему я? Ой, звучит... То еще бремя. Звучит как тяжелое бремя. Как тяжелая ноша для меня. Конечно. Никаких возможностей. Я бы не смог на себя взять такую ответственность. Ну, никаких возражений. Я тоже не против решения Андано. Кстати, а как насчет того, чтобы придумать, не знаю, какое-нибудь имя для наших банды фантомных воров? Как бы да, мы можем использовать просто фантомные воры сердец, но как бы это недостаточно. Нужно что-то, что действительно будет нас выделять. Так, да-да, давайте что-нибудь классное и восхитительное. Итак. Pink Diamonds-то как? Как насчет Pink Diamonds? Звучит как какая-то деревенская группа бейсбольщиков. Тогда как насчет моего предложения? О господи, ну он, конечно, он и придумал. Амадай, но... Поа, шампиньон, соус. Ама... Нандатте? Ама чего? Сакки ктэцда. Мемориаль даро? Ну, мы только что это ели. Легко запомнить, не? Ахука! Дебил. Мо... Омай кимите кре. Слушай, решай ты. Оригинал тут сидит The Phantom. The Phantom оригинал нам предлагает. Как-то не очень, не? Удивительно, что не The Royal. Royal. Так, окей. Будем латинскими писать. Ну так, ребят, давайте свои предложения. Как назовем нашу банду фантомных воров?